Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, утренний обзорчик акций после обновы на серваках. Посмотрим, что у нас есть. Так, у нас есть затрату на питомцев. Ну, такое себе. Большие паки дают на 10-ю эмблему. Ну, честно говоря, срань тоже, как по мне. Так, скин на Queen Wasp. Сменки. Это, кстати, интересная тема. Надо будет нам сменки делать. Так, скины. Ну, скины эти все есть. Теперь надо следить за скинами. К счастью или к сожалению. Так, новый талантик уже продают. 2500. Неплохо. Апдейт пак. Короче, понятно. Так, новый герой, новый питомец, точнее, продается 110. Накопление 126 тысяч. Это что у нас получается? 5 паков, как минимум 4 где-то. Сейчас посмотрим, что там по остальным акциям. Сразу же скин на него. Эмулейшн. Так, это подарок. Окей, с этим разобрались. Дальше коллекционер, вот такой вот коллекционер, довольно-таки неплохой. Так, убрали отсюда зеленого и синего. За ландвокера дают 300 и нового питомца. Хатма дается сразу же скин. Скин у нас тоже есть, ну такое. Так, что у нас в дискаунте интересного есть? Сейчас посмотрим. Сумки. Так, ну тут ничего не меняли. Тут все так же. Карточка, понятно. Остров. Ну, остров вряд ли меняли. Остров, скорее всего, на следующий раз аж запустят. Ну, такое. Такое, такое. Поехали по основным посмотрим. Апдейт. Так, апдейт, офер, гифты дают. 100 пальцы. Красанцы. Гифт 3, кристаллы 75 100, скрапы часто, вот такое себе. Сейчас посмотрим, за сколько ему дают. Ну, накопление такое, честно скажу, накопления были получше. Сейчас посмотрим, что на остальных серваках есть. Не понял, что есть. Хватайка. Нифига себе, а чё, мы наверное, до нее не дошли. Так, отлично. Потайка, это классная тема для бездонатов. Суперпэтс, клаш. Да, есть кетчап прайс, хватайка есть. Эмулейшн. Плант, лаки, проспектор. Посмотрим, что в проспекторе есть интересного. А тут ничего не меняли. К сожалению. Так, ну дискаунт такое себе. Такое, как и был вообще. Ну такое. Чтобы сказать что-то мега-мега прям вау. Нового героя можно и так получить за роллинг. И сразу же возможности не добавили купить. Скином ничего такого нету. В общем, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас будет... Немка, глянем, что на немке. Ну, хотя на немке в 11 обновляется. Ну, хотя бы посмотрим, может, там что-то интересное новое есть. 1.5.6 версия. Так, вот здесь вот, посмотрите, какой здесь. За суккуба уже, правда. Убрали отсюда тоже. Ну, дают огненку и мешок розы. Ну, мы розу уже собрали здесь без доната, поэтому нам это не страшно. Топовый этот, фонтан тоже открыт. Что по акциям? Вот накопление неплохое. Или это трата? Shop order. Это покупка. Но здесь печеньки. Единственный сервер, где продают печеньки полным ходом. Так, апдейт. О, ничего себе. Ого, нифига себе.
Посмотрите, что уже на немке сделали. Вот это реально, это просто жесть. Новый питомец, новые рунки и возможность собрать розу зорником. Неплохо. Немцы, как обычно. Форум. Можно выиграть, не знаю. Ну что-то, короче, на немке реально до хрена всего. Так, эта акция, надо тоже, кстати, в нее зайти. Немка, как обычно, удивляет. Хорошая акция. Пират тут вообще бомбический. Чё? Мешки зефира уже? Обалдеть. Они уже здесь зефира влепили опять. Ну, короче, здесь просто трэш полный какой-нибудь. Это не сервак, это рай. Скины разные. Так, а что там еще у них есть интересного? О, есть вот эта акция. Нифига себе, ребят, осколки нового героя. 20 штук уже дают за возможность. Ну вот, можно добрать, выполняя задания. Видите, здесь уже даже нового героя продают. Ну, 20 осколков, это, конечно, ни о чем, но... Интересно посмотреть, что здесь в пирате. Ну, пираты здесь не поменяли. Но есть возможность получить нового героя. Да, неплохо. Немка тоже удивляет. Поехали на русский сервер, посмотрим. Посмотрим, что у нас приготовили на русском сервере интересного. Так, набор, временные акции, понятно. Огники есть, кстати, 2 недельки надо будет пройти. Ну, целый, вот, пожалуйста, целый дуэлянт, еще и сверху можно зефира получить. Да, все-таки вчера кто-то писал, добавили у нас огников на русском сервере. Кучу скинов уже начали продавать. Красавчики. Карта богатства. Ватайка, по-моему, нету. У нас добавили на русском сервере. Подарок обновления, цветущие, разбей яйца. Ну, кстати. И здесь не поменяли оккультист, это микрел. Настолка добавилась на русском сервере в коем-то веке. Там пазлик. Шарика так и нету. Шарик, наверное, будет либо после полуночи, либо завтра с утра. На русском сервере я уже показывал, какой шар. Шар реально ни о чем. Ну, а так, в принципе, я смотрю, на русском ничего интересного нет. Так, поехали еще. Тайвань глянем. И забежим, наверное, на iOS-ик. Так, здесь тоже героя продают и сразу же 10-ю эмблему дают. А, так, понятно. Накопление. Вот это то, что я вчера показывал. Новые итемы за один самоцвет. Конечно, они никакие. Что еще у нас интересного? Русталка. Хрусталка такая себе.
Короче, в общем, ничего такого сверхъестественного нету. Ну, скорее всего, нового героя через дня два будут давать. Окей. Поехали на сервер. Глянем. Так, вот наш айосик. Смотрим. Так, что-то у меня 6 видов войск я открыл. Красавчик, бесплаточка. 90 дней, ребят, мы уже играем на сервере 3 месяца. Надо будет сделать обзор, что у нас на аккаунте за 3 месяца не играть. Так, накопление обалденное. По сравнению с другими накоплениями. 50 тысяч сам вы можете еще получить сверху. Так, это то же самое, что на английском серваке. Чем здесь ничего такого сверхъестественного. Есть хватайка. Бля, а вдруг мы Вольта вытащим на третий месяц игры? А, тут это ж хватайка, а не настолько. 15 жетонов. Ну, за 15 жетонов я не знаю, чем мы там сейчас... Прям такого мега-вау вытащим. Не получим халяву, ребятушки. Вуаля. Чик. По 30 сундуков. Вот так вот. Колесо фортуны. Коллекционер героев. Ну, конечно. Еще не было обнова. Пожалуйста, ребят. Халявный скин на Вольта. 120 сундуков за 3 монетки. Офигеть, у меня монеток нет. Вот это реально топовая тема. Скин на космо. 1500 самов. Может взять себе на будущее. Так, карта богатства. Понятно. И парящий остров. Вот так вот. Подарок. Подарили нам еще зефира дополнительно. Вот так вот, ребятушки. Обалдеть. Блин, вот АЭС, не знаю, что-то вообще прям огонь. Сколько плюх. Сколько всего. В общем, ждите видоса. Обзор аккаунта за 3 месяца. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.